Тело 18-летнего солдата было обнаружено утром 20 февраля на посту по охране учреждения уголовно-исполнительной системы. Алиби Сапа в качестве часового находился на вышке. При нем был снаряженный автомат Калашникова. Что произошло во время дежурства солдата, никто не знает. Командование войсковой части отзывается о срочнике только положительно. Рядовой Сапа, находясь на 9-м посту, 7 часов 40 минут совершил суицид путем саморанения из автомата Калашникова в области подбородка. Период прибытия из департамента по делам обороны Алматинской области он прошел определенную подготовку, адаптацию на учебном пункте. Определенно прошел ввод в боевую службу, где за ним закрепили оружие. В региональном командовании Орталых Национальной гвардии выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Сейчас во всех обстоятельствах произошедшего разбирается следствие. Тело Алиби Сапа будет доставлено на родину. Мирамгуль Салкимбаева, Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.